28-я пара. Егор Ларионов, Архангельск. Вологда, Архангельск. Чем?
14. Ну, это касается такого расхождения от 6-14. Слушай, я смогу гореть по месту. До 14. Что вот боксеры по разным возрастам? Больше ни в одном спорте. В боксе там 2, 12, 10. А не 13, взрослые 10. И я в том-то дело, что делали кадетам 18. Ну я не знаю. Не меня отправили. А что было за нарушение? Красный, синий. Подляну сразу, когда поднят, сразу на воде. А кто на перчатки допускает, да, я смотрю, синий утоп. Должно что-то быть из перчатки, снявших с этим углом. Я в прошлом году все-таки не допустил. Нельзя, не могу продать перчатки. Пускай, здорово, не пускай. Да? Я вот так. А, вот так. Я так не спеша. Я вообще не знаю. Поддавливай, Шлемов. Мы зафиксировали, как ты переодеваешься. Синему по продолжению боя готовится Егор Ларионов, Архангель. 2000 года рождения, полтора года занимается собакой. 5 боев, 3 победы. Приготовится 29-й парень, финал супертяжелой весовой категории этой возрастной группы. Свыше 75 килограммов. Он провалился вообще с зари. Колонна Владимир Сирич. Как зари ногой ударил и полетел. Бригада судей готовится к смене. Везучий не хватило побы. Значит, будем еще жестче в конце делать. Вместо двух кругов 3 будем, 4. Прессов будем планку по 5 минут стоять. Можно для него того? Так, чтобы еще кто-то сидел. Так. Еще кто-то сверху сидит. Володя. Будет сверху. После мешка концовок еще. Круговая пресс, челночный бег. Отжимания, кувырки. Сюда, сюда. Перпендикуляр. Колено прямо. Ну, Вася сегодня готов вот так. Он его грязного стиля показал. Вася на тренировке больше всех парней попадал. Да. По статистике. Больше всех пропускает. Вова, его брат. Про технику беседует. Thank you.
ребята, серый. Серый, идем. Приглашаю. Бригада судей готовится составить. Ответили Термушин. Синий, да. Патрюкова, Аэропетян, Никонов, Назаренко. Следующий, сейчас, да? Ну, тоже на стопу. Раздельным решением судей 3-2 победу в бою одержал и завоевал звание победителя всероссийского турнира «Серебряная перчатка» Егор Ларионов.